воистину воскресенье. Такая новая Россия, что ли? Я-то ее вообще не знаю, правильно? Россия, ты которая испокон веков. Не на что. Мне понравилось. Просто не экскурсия, а живой день. Это не экскурсия, да. Это просто живой день. Прожили один день. Вот это прям жизнь. Прожили жизнь прям. Прям взрыв мозга там. Они дают свободу послужить тогда, когда нужно помирать. Вот сейчас там слово там. Помирайте, там сохраняйте землю русскую. Ну, в конце концов, сколько же можно. Так она залезает, и она вот не уйдет, ни на секунду не уйдет. Это болельщица? Да, так и будет. Так и будет сидеть, пока мы не закончим молиться. Та рыжая не ходит, а это. Это сколько ж ей лет, интересно. Ионовна всю жизнь проработала на этой на фабрике. Художниц там заслуженный, не знаю. Хочется на экскурсии, хочется приезжать в эти места. Познакомилась с удивительными людьми. С кем-то случайно, с кем-то нет. Вот. И, конечно, хочется больше узнавать. Проводил милый до дому и хотел поцеловать. Мама в раму застучала. Гражданин, не баловать. Не знаю, пекутся ли. Вот здесь стоял склеп из меди. В начале 90-х годов, конечно, все было здесь бесхозное. Мы хотим сказать большое вам спасибо. Да, мы счастливы. Вот. Ой, какая. Ёпсамы. Помыть все хочет, попариться. Отдохнуть. В чего я оденусь? Вышла в хлеб обмётать. И Галинка Смирнова, слышу, кричит, Маня, Маня, Господи. И вот я с ней вышла и усела с ней на лавку. И вы больше а я делать. Хочу дедушку всегда. Он маловат. В размерах я маленько это... Ты Настеньки, дедушка. Ошибся. Очень много впечатлений. Очень необычно. Интересно.